Вот. Так, у меня по идее какая должна открыться дверь. Что-то изменилось? Да, у меня шахматы. Вот, я нажимаю красный рычаг. Я нажал красный рычаг. Чел пропал. Двумя мечами. А, вот, у меня есть. Так, где ты стоишь вообще? За пределами шахматной доски, сзади него. Так, как мне ходить, говори? Не знаю. У меня тут есть камушки. Камушки и, да? И две какие-то башни стоят. Я хожу за этот, за шашку с мечами. Ну, например, наш меч. О, вперед иди. Теперь вперед, вперед. 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 Направо. Вперед. Вперед. Ну фу, вперед, короче. Вперед. Вперед. Все. Я не знаю, что нужно. Так. И чё? Ну. Win the battle in the name of Amber Adelaide. То же самое, что ли? Ну давай ты вот когда последнее делаешь, чуть левее потом сделай всё. Fight for the king. Может, я должен кого-то разъебать? А. Вот. Я понял. Нет? Тут прикол в чём? То, как помнишь, в театре он мне говорит, вот на английском. All troops, attack the enemies. Так, ну допустим. Бля, не знаю, правда, кого. Давай вправо. Еще. Вперед иди. Еще. Так. Давай налево. До конца прям. Еще. Еще. Стой. Стой. Вправо. Вперед. Так. Еще раз вперед. Так, давай вправо. Я тебе скажу, когда стоп. Стоп. Вперед. Еще. А, ебать. Ты понял? Make them weaker. Storm the towers. Вот ты мне кого-то провел, у меня поменялась сейчас шашка, у меня сейчас другой эмблем. У меня теперь щит с двумя мечами. Так, стой, а сейчас это замки. Вот тут остались замки какие-то. Так, допустим. Давай вперед иди. Еще, еще, еще. 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 Я больше не могу, у меня камень здесь. А, давай левее. Вперед. А, еще вперед. А, левее. 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 Я больше не могу, я уперся, все. А, подожди, а назад можешь? А, что, два челик? А, я понял. Чё, в чём прикол? Стой. Смотри, у меня две башни, да, стоят на... Вот смотри, вот сейчас первым рыцарем, которым ты двигаешься, подвигай. Ну? Давай. Ну, влево делай. Нет, стой, другой рыцарь. Ну, мне нету, вот я за одного играю сейчас. Стой. Мне нужно как-то... У тебя не полно одновременно двигаются, нужно как-то к башне провести, я так понимаю. Ну да, по идее. Смотри, так, давай право. Ну получается, стоп. Сейчас на одном... Подожди. Тот, который чуть ближе... назад. Назад. Просто у меня тут шахматная доска, камни и две башни красивые. Я хожу за шашку. Давай попробуем. Давай. Налево. Давай. Налево. Вперед. Еще вперед. Налево. Вот. Так, теперь давай... Давай на... Право. Еще направо. Еще направо. Назад. Направо. Вперед. Вперед. Вот в чем подъем. Че? Ну, типа, я двигаю, там один, получается, чуть дальше стоит, другой чуть ближе. Из-за того, что камни, я когда вот это сейчас сказал, я первую башню активирую, думаю, сейчас вторым активирую, пока вот это сделаю, я опять
первом вторую башню, а та не активирована. Окей, допустим, давай. Вправо можешь? Ой, влево, точнее. Ага, еще влево. Вперед. Влево. Влево. И влево. Так, чё? Блядь, в смысле? Я могу заново начать, если чё. Давай заново. Take down those towers and everyone in them. Вперед. 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 Направо. Вперед. Вперед. Блять, надо одновременно, чтобы они... Да, скорее всего, одновременно нужно. Если две двигаются, значит, чтобы они одновременно появились с двух башен, я так понимаю. У меня тут одна шашка, я просто по твоим словам сужу. Это проблема. Давай назад. Назад. Влево. Так, еще... Блять. Давай опять вправо. Вправо. Ой, точнее, обратно, влево. Вперед. Да стой. Я вперед не могу, блин, камень здесь сейчас. Вправо сейчас. Вперед. Вперед. Так, вперед. Вперед. Ну, допустим, влево. Влево. Назад. А, ну давай, смотри. Влево? Не могу, у меня камень сейчас. Блядь, так. Назад, например. И если я сейчас скажу вперед, он пойдет вперед. Ну вот. Блядь, я не понимаю. Короче, тебе, я так понимаю, нужно... Ну я понял, да, но я что-то не прохавал, как это сейчас мансануть. Ну смотри, у меня полностью, смотри, вот получается так, у меня сейчас два рыцаря стоят, один прям рядом с башней, то есть нужно сделать один шаг вправо, и он активирует. Другой стоит на одной позади него, типа. Если я скажу, например, вправо, то он не сможет, например, вправо пойти. Ну вот сюда, вот это, вот. Ты понял сейчас что-то? Ну у меня сейчас шашек стоял около башни. Почему мне какие-то сложные? У меня сейчас башня была, у меня сейчас шашка около башни, типа, самый левый. Я сходил просто влево, мне засчитало почему-то. Почему засчитало? Влево ты не мог, если самый левый, ты упал. Значит, на зеркально, что ли? Ну смотри, у меня левый и правый, смотри, вот, как раз таки рядом башня. Но прикол в том, что один чуть дальше почему-то. Давай. Ну смотри, давай сейчас, смотри, я сейчас схожу влево. Я сейчас иду влево у меня, у тебя куда сейчас пойду я? Вот, я влево сходил. Влево идет, все два влево, они вдвоем идут потом. Так, а сейчас вправо иду, вправо пошли? Да, там прикол в том, что, например, будет. Смотри, в чем прикол. Если на камень натыкается, то ходит только один, например. Если, например, сбоку, я наговорю тебе идти влево, и у одного пустой пространство пойдет влево. Если у другого нету, он просто пойдет. Я понял, я понял. Ну давай, давай. Давай вперед. Давай направо. Я не могу, у меня два камня по бокам стоят. А, типа вообще никакой не будет. Да, я могу только вперед или назад ходить сейчас. Окей, вперед. 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 Налево. Вперед. Ага, стой, подожди. Сейчас. А, вот, ну смотри, сейчас направо. Я не могу, у меня по бокам опять камни стоят. Блять, в смысле? Ну тут пустой пространство. Ну у меня просто. У меня нет, шахмат тогда скажет, у меня камни видно, я вижу камни. Бля, и две башни. Я сейчас обосрал. У меня сейчас две камни слева и справа стоят. Один назад сходи. Бля, сука, нахуй ты не обсираешь. Направо. Вперед. Камень. Блять, вообще не может. Нет, у меня камень здесь. Я могу назад сходить. Могу налево сходить. Подожди, вперед. Не могу вперед сейчас ходить. Блять, ну направо опять. Вперед. Еще вперед.
Налево. Вперед. Блядь, ёб твою мать, блядь. Ты опять проебался. Все за хуйня. Хорошо, допустим. Подожди, дай подумать. Если скажу вперед, один пойдет туда, другой пойдет дальше. Блядь, значит не устраивает это. Назад. 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 Вправо. Вперед. Не могу камень. Блять, ну в смысле, чё, чтобы у меня один. Ну я понимаю, что у тебя камень, просто у меня один в пустом пространстве, бля, и прям идеально. Не, я понял, у меня тут просто камни стоят возле, блядь, башен как? Двое. Как, окей, налево. Блядь, как разрешить налево? Не могу камень. Да ебать, ну чё, меня вообще без выбора оставляет. Тебе, конечно, нужно продумать так, чтобы камни обошел, два раза зашли. А я ебу, у тебя, блядь, камни вообще по какому-то рандому. Вот у меня вот что-то. Я вас могу, вот я могу сейчас вперед вот спокойно пройти, видишь, здесь могу влево ходить, типа. Ну охуенно, мне это назад, нахуй, вот. Охуенно, чё, красава. Ну не знаю, я, бля, можешь видео посмотреть, я ебал. Ну давай, чё, надо продумать, чё, давай, давай. Я не хочу думать, я заебался тут. Я не понимаю, блядь, просто какие вы делаете, блядь. У меня вот идеально. Ну вот смотри, сейчас я налево не могу. Вот смотри, я поставил, что я не могу налево стоять, потому что у меня камень стоит. У меня камень сейчас стоит. Я не могу налево сейчас ходить. Вот здесь я не могу вперед ходить, у меня сейчас камень здесь стоит. Я просто эту логику не понимаю, потому что у меня вот как бы вот один чел нет камня. Ну у тебя нет камня, у меня просто на доске показаны камни, понял? У меня нет камня. У меня тут камни сейчас стоит, я не могу вперед ходить. Вперед сходи. Не могу, камень сейчас здесь стоит. Назад сходи, блядь. Ну, вот. Уехал, налево. Налево. Вперед. Не могу камень. Упал. Налево. Вперед. 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 Красава. Красава, блядь. Вперед. Take down those towers and everyone in. Ча, подожди, он договорит. Давай. Вперед. 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 Камень. Налево. Вперед. Направо. Камень. Налево. Камень. Только вперед назад могу ходить. Назад. Ёб твою мать. Направо. Ой, не туда, вот. Вперед. Камень. Да, блядь, чел, ну там вот в конце ты подъебываешь меня. Как, блядь, какой нахуй камень? Нет, блядь, никакого нахуй камня. Ну я тебе говорю, на доске не могу ходить, мне ход тут заблокирована клетка. Я не хочу играть. Давай, чел, мы почти дошли уже. Чуть-чуть простал, чуть-чуть, блядь, просто чуть-чуть осталось. Да я не понимаю, чел, ну вправо. Вперед. Вперед. Налево. Вперед. Вперед. Налево. Назад. Налево. Камень. Ты съебал. Ну тут все, ну вот, чел. Блин, я понимаю, у меня я просто клетка заблокирована. Я не могу, я могу еще вниз. Вперед. Вот, вперед. Я могу еще ходить, да. Еще раз вперед. Так. Налево. Так. Налево. Так. Иди нахуй, блядь, сам. Make them weaker. Storm the towers. А ты проебал, что ли? Да, ну, блядь, один чел не зашел без этого, блядь. У меня слева камень, блядь, охуенно. Ну смотри, вот здесь у меня сейчас, вот здесь у меня камни по бокам стоят. Я не могу сейчас налево, направо, я могу только вперед-назад ходить. Тут у меня стоят сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять камней. Смотри, вот здесь камни стоят вот по бокам. Я не могу налево-направо ходить. По бокам чего? Слева, справа? Справа. Слева и справа стоят камни сейчас у меня. Я не могу ходить налево, я могу вперед и назад ходить. Дальше. Вот здесь у меня камень стоит, и вперед не могу ходить. И вот здесь камень стоит, тоже не могу вперед ходить. И еще слева стоит камень, не могу ходить налево. Возле башни у меня стоят, возле башни у меня стоит два камня, если что. Стоп, вот смотри, ты сейчас вперед можешь пойти? Нет, камень стоит. И влево тоже не могу, камень стоит. Я сейчас не понял. Но смотри, я могу назад ходить только, смотри, или вправо? Нет, смотри, в чем прикол. Я сперва подумал, у меня стоят два рыцаря, пол, и посередине пустая клетка. Ну, посередине пустая клетка, это типа ты. Ну, ты вот, например, в самом начале, вот сбрось все начало. Давай. Если ты не можешь пойти, вот сбрось.
Давай. Вот, например, вправо. Ну вот, вправо. These bricks were built to collapse. Attack the towers. Не, как я это делал? Че, просто вправо сходил? Нет, ты как-то вместе их прибил. Ну окей, да, налево. Вперед. Ну вот. Вот смотри, и где у тебя камни? Слева и справа? Слева и справа, дальше не могу ходить туда. Ну, значит, ты посередине, а как это? Чтобы понял, у меня получается, у одного рыцаря камень слева, ну, слева, у другого справа. А ты говоришь, у тебя слева, справа. Ну, у меня шашка, одна стоит, я шашкой хожу одной. Ну, значит, у тебя одна шашка, пол, и по бокам, типа, мои рыцари, вот так вот. Нет, нет, у меня одна шашка, и по бокам у меня камни стоят, именно камни. Ну, получается, ты в середине, пол, а я как бы, а мои рыцари сбоку, понял? За камнями. Ну, возможно. Я просто не знаю, что у тебя там, понимаешь? Не знаю, что у тебя там происходит. Блядь, смотри, вот твоя шашка. У тебя два камня сбоку. Слева, справа. Да. И за этими камнями два рыцаря. Вот это мои. И когда ты говоришь, иди вперед, у тебя шашка двигается вперед, пол. Ну, вот, да, я сейчас пошел вперед. Вот смотри, вот ты посередине, вот представь, ты посередине и на раз, два, на второй, с каждой стороны мои рыцари. Ну все, я понял. Ну, я так примерно и представлял, да. Но так прикол в том, что там какая-то хуйня, вот, например, иди. Вот по сути, если ты посередине, смотри, стой, подожди, не иди. У тебя вот смотри, где ты сейчас стоишь, у тебя раз, два, ты два раза сходишь, у тебя камень посередине. Да. Если вперед пойду. Если ты на две пойдешь, у тебя камень, правильно? Да. Ну, например, иди раз. Ну вот, раз, два, все, на камень стоит дальше впереди. Ну, смотри, если ты по факту идешь, ты можешь влево, если пойдешь влево, ты можешь прямо пройти дальше. Или вправо тоже. Если, смотри, я могу влево пойти прямо и вправо пойти прямо. Давай влево, вправо. Ну вот вправо пошел я. Типа ты сейчас ты стоишь по сути вот здесь. Да, я могу сейчас прямо сходить. У меня по сути раз. Два. Я не могу, я у меня прям вообще не понимаю. Стой, а если ты стоишь вот здесь, ты встанешь вот сюда, сюда. Ну я не понимаю, у меня прям на одну клеточку дальше вот этот замок находится, я не понимаю, как объем. На одну клеточку? Ну вот смотри, давай сейчас до замка дойду, у меня он будет справа. Ну вот смотри, я сейчас дошел до замка, вот, у меня он справа. Вот, у меня сейчас справа вон, один замок. Ну, один, да, один на одну назад. То есть нужно как-то... Вот я прям, вот смотри, я прям рядом хожу. Я сейчас, вот мне замок на одной клетке, я прям рядом с ним стою, на второй. Сразу же. Хорошо. Ну, вот сейчас у тебя один, смотри, назад. Вот, назад я сходил. Стой, нет, подожди. А еще раз один. Вот, все. Вот смотри, у тебя сейчас один прям сбоку замок. Нет, сейчас у меня камень справа. Справа? Да, вот сейчас... Слева у меня пусто. Слева у меня замок. Нет, слева у меня замок. Нет, смотри. Справа у меня камень, я не буду ходить. Слева у меня раз, два. На третьей клетке стоит. Ну, от меня считать. На третьей клетке стоит замок тоже. Ты сейчас где? Стой, вот справа у тебя что, камень? Да, я не могу ходить. Через сколько клеток? Вот где ты стоишь, откуда у тебя камень? Прям рядом со мной на следующую клетку. Вот я стою посередине, у меня на следующей клетке камень стоит. Через одну, получается? Нет, на следующий сразу же. Сразу же? Да, сразу же на следующий. Хорошо, а до след... А до след... Это... Не понимаю, где ты находишься. Хорошо, до второго замка сколько клеток оттуда где-то стоишь? Ну, смотря какого, левого или правого? Правого. Правого? Одна вперед, одна направо. Ну то есть вот я один раз ходил вперед, один раз ходил направо. Я сейчас в замке стою. Моя шашка сейчас в замке стоит. Вот, типа здесь, окей, через. Хорошо, если ты сейчас уж влево, назад, ты будешь как бы вот здесь. А тут как бы две клетки. Раз, два, ты будешь вот здесь, а тут как бы. Раз, два, ты будешь вот здесь. Хорошо, на влево. Назад. И у тебя по сути справа камень. Да.
ты можешь как бы влево по факту, и ты зайдешь с одного замка. Да, а я могу сейчас влево два раза нажать, я зайду в замок. Нет, один раз. Да. Ну вот я раз, два, три ты нажимаю даже. Сделал. Верни. These bricks were built to collapse. Attack the towers. Ты заново начал, блядь. Ну я бы тогда просто вперед проходил. Нет, все, ты нажал, блядь, я не понимаю. Ты должен как-то, короче... По сути, я должен сделать так, чтобы рыцари шли с отставанием, но при этом... Да, тебе нужно, короче, тебе нужно сделать так, чтобы я своей шашкой обошел все камни. И за... Ты как обойти, я понимаю, ну, блядь, ты говоришь, вот, типа, там осталось чуть... Ну, окей, вперед. Все. Ну, ты стоишь вот здесь, у тебя впереди камни. Да. Я не понимаю даже, что ты делаешь. Ну, окей, я скажу, например, влево. Окей, допустим. Сами, влево. Этот будет стоять на месте. Этот... Блять, я не понимаю, куда. Это камень упрется. Ты пройдешь вперед. Какой не изменится. Еще вперед. Как бы. Даже если они оба по бокам стоят. Ну смотри, вот ты стоишь. Они рядом, смотри, у меня просто шашка стоит. Они через одну клетку или на следующую сразу клетки стоят от меня? По сути, как бы. Вот тоже тут странный момент. Вот, например, ты сейчас, например, у тебя впереди камень. Нет. Нет, а что? А где у тебя? То есть у тебя впереди и там... Вот смотри, я могу сейчас ходить право, назад, налево, направо. Скажи, я не понимаю просто, понял? Вот когда в начале я понял, смотри, такой прикол. Ты когда стоял между двух камней, то был камень, следующий челик. То есть как бы на две клетки. Но когда ты, я иду, когда ты сближаешься, идешь вперед, направо, я тебе говорю, то пол, вот эта тема сужается. У тебя надо не через две, а через одну, или как? Ты, например, куда сейчас можешь ходить? Вперед, да? Вперед, вообще, назад, вперед, лево-право ход сходить. А вот если ты сейчас ходишь, например, не ходи, вот вперед, у тебя будут два камня между тобой? Да. Вот, ты как бы, вот сейчас, получается, смотри, у тебя, ты стоишь, вот слева от тебя будет рыцарь, вот слева, где ты стоишь. Mm-hmm. А справа, раз, два, на второй будет стоять тоже рыцарь. На второй будет стоять. То есть смотри, если, например, пойдешь вперед, то пойдет тот, который справа. Да. И смотри, вот он. И он, в принципе, ты вперед, да, могу сходить. Но вперед еще раз. Ну, прикол в том, что замки на разных расстояниях. Ты можешь, смотри, например, да. Три раза сходить, влево пойдет, то три раза сходишь. Вперед, да? Еще раз. Он, вот, например, ты три раза сходишь, например, ты будешь возле своего замка. Но как и скажешь влево, ты пойдешь, вот этот чел, который слева от тебя, он пойдет влево. Но прикол в том, что они не одновременно зайдут. То есть, ну, значит, надо раз, два. Вперед. А если фул до верха дойти с этим рыцарем одним? И потом на второго высвободить? Упадет? Смотри, стоп, я как понял. Смотри, на две вперед, еще не ходи, на две вперед, так, ты будешь вот где-то здесь. Около замка прямо у меня будет слева будет. А, ты же будешь вот здесь, блядь. Я тебе скажу идти влево, ты сможешь пойти влево. Да. Ага. И потом еще раз только влево. Так, и еще раз, вот ты, вот так, этот рыцарь подвинься здесь, я тебе скажу на две вперед. А, блядь. Раз. Два. И вот который был вот здесь, он будет раз, два. Блять, он будет на одну дальше просто. Ёб твою мать. А как, блять, подожди. Я не понимаю просто. Хорошо, например, ты сейчас стоишь здесь, я тебе скажу вперед, например. Ага. И скажу, например, влево-вправо ты не сможешь пойти, правильно? Ну сейчас я вперед схожу, да, не смогу влево-вправо сходить. Вот ладно, вот отсюда, раз. Скажу идти, например, вправо. Пойдет вот этот и вот этот передвинутся, этот проход этому камень. Скажу на два вперед, раз, два. Этот упрется, а этот раз, два. Кажется. А, нет, это окажется возле замка. Этот упрется. Раз, два. Скажу идти направо,
этом подвинется. Блять, все равно я не понимаю. Ну я понимаю, что это легко, кажется, но я. Нет, это не легко, чел, я тоже не понимаю. Я просто понял, я просто не знаю, что у тебя там происходит и как вообще ходится. Я знаю, как ходит, но я не логически домыслить, как одновременно. Короче, я примерно могу предположить, что, наверное, мне нужно, моя шашка должна быть посередине, от ну, типа, на расстоянии от этих рыцарей. Они должны оба зайти в эти как раз таки, ну, замки. Тут прикол в чем, что мне нужно просто одного как-то задержать, чтобы тот, который в дальнем замке, дошел, а тот, который ближе, просто подошел в этот момент. Вау, то есть мне нужно сделать так, чтобы тот, который дальше замок, застрял между двух камней, а тот, короче, типа ждал. А потом наоборот. Хорошо, попробуй с самого начала, может, надо как-то внизу пройти? Нет, я не буду сначала уже там. Я просто, знаешь, путается еще тот факт, что ты как бы меняешься. Так. Например, иди вправо. Сейчас камень перед тобой, да? Да, сейчас спиной вверху камень, не могу вверх пойти. Вот из-за этого вся проблема. Ага. Давай еще раз вправо. Так. Вперед. Так. А, блядь. Застрял. Хорошо. Вперед, сейчас я еще. Допустим, я скажу, вперед пойдет этот поел. Блять, стоп. Вперед. Блять, вот он. Сука, ты никуда не можешь. Нет, подожди. Влево. Вперед. Так, блядь, сейчас бы не проебаться. Давай, ты сможешь, Эвер, давай. Блядь, ну где-то я проебал, стой. Я сейчас что тебе сказал, вперед? Да, я вперед сходил просто, и все, сейчас стою на месте. Сейчас ты назад не можешь сходить. Да? Могу сходить назад. Блядь, а где у тебя камень? На одну клетку, вот смотри, сейчас назад схожу, вот сейчас назад не могу ходить. Нет, сходи, вот, верни. Вот сейчас где я... Камень? Просто скажи, где камень. Сзади тебя, впереди. Сзади меня на одну клетку. И что-то... слева меня на одну клетку. Я понял, где ты стоишь. Хорошо, если я скажу, например, блядь. А ты влево можешь пойти? Или да, по-моему? могу. Вообще плохо? Да. Стоп. Вот ты сейчас здесь? Я говорю. Так. Смотри, налево. Налево, почему направо? Я налево сейчас ходил у меня. Наоборот, блядь. Ты налево, блядь. Так, вот так я сходил. Ну вот, это налево, чел. Ну, у меня просто, видимо, зеркально. У меня сейчас налево ходил, сейчас направо иду. И у тебя камень через сколько? У меня сейчас справа у меня сразу же находится башня, и все. И камней здесь нет. Возле башни вверху у нее стоит камень, и внизу у нее стоит камень, и все. То есть ты прям посередине башни? Ну, прям около башницы, да, вот. Вот если башню смотреть... А если на одну клеточку пройти вперед, то справа будет камень, да? Да. Другая башня, она на клетку назад и вправо, и влево тебя? Да, у меня, да. Значит, ты вот здесь стоишь. Блядь, сейчас... Но если, например, я скажу бы сейчас вперед, блять, ну там сразу забил бы. Если на две сказать. На две. Да, он вроде на последний, он как раз таки исчезает, если не ошибаюсь. Ча. Я не понимаю. Они одновременно двигаются или хаотично, типа, как хотят? Одновременно, но когда ты сталкиваешься с камнем, один начинает идти подальше, а другой стоит пока в камне. Я понял. Если скажу, например, сейчас идти вперед, этот пойдет сюда. И ты будешь вот, и вот как раз ты будешь возле камня, только налево сможешь пойти. Налево? Да, налево, вперед и назад. Ты сразу в замок зайдешь, это хуево. А мне нужно, я не знаю, что мне нужно. Мне желательно, чтобы ты тогда пошел на две, но ты сразу попадешь.
Ну я могу только я могу вперед на два раза заходить. Ну, типа вперед. Вперед, два раза. Вот, например, от того места, где сидишь, и что потом исчезает? Ну, я можно попробовать. Ну, да, попробуем. Ну вот мой раз, два я сходил. А, то есть ты вот здесь стоишь. Да. Ну, чтобы тебе было легче, я сейчас стою, смотри, я сейчас стою. Сзади тебя пустая клетка и справа камера. Сзади меня. Ну, сзади тебя и вправо камера. Ну, не, сзади тебя на пустая клетка и справа от нее камера. Ну, да. Смотри, значит, ты можешь пойти... Налево, направо и назад. Вот если я скажу, например, смысл тебя направо. Точно направо. Ну, блядь, ну, сука, ёп. Ну, нахуй это, почему я не подсказываю, как люди? Ну, хорошо, направо. Ну, я сходил направо. Ты, блядь, налево ходишь, смысл? А, у нас зеркально, сран. Нет, смысл какая-то, у меня просто смотрю, я сейчас сходил направо, мне сказал, я направо сходил своей шашкой. А у тебя это было... Ну если я тебе сказал, тебя сзади пустая и справа камень, ты сказал да, то ты, я сказал тебе сходить на... Кто тебе сказал, налево сходить, ты пошел направо. Нет, ты сказал направо, я пошел направо. Блять, ну я чё, я перебью. Вперед. Вперед, 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 короче. До камня идти. Все. Налево. Вперед. Вперед. Направо. Еще раз направо. Вперед. Так, ты сейчас прям рядом с башней, правильно? Да, да, она справа меня сейчас стоит. Вперед. Вперед. Вот смотри, сейчас впереди меня ничего нету. Все, доска заканчивается. Да, я не знаю. Направо. Назад. Вниз не могу ходить, камень. А если вперед сделаешь? Не могу. Я вперед, но вниз не могу. Я могу только влево или вправо сходить сейчас. У меня вверх это пусто. Ну, там нет ничего. Там все, доска заканчивается. А вниз там камень стоит. Налево. Ой, направо. Назад. 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 И хуя, да. И у тебя слева справа камень. Да-да-да. Ну, короче, вперед, вперед, вперед. До конца, короче. Влево. Влево. Назад. 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 Влево. Бля, знаешь, где у меня второй теперь? Да. Первый вот где у тебя камень сзади тебя стоит, а первый где в начале, где между двух камней стоит. Реально? В начале прям? Ну вот где вот два камня, первые два камня. Ага. В середине стоит. Налево. А, вот так вот. Сейчас налево, назад. Назад сейчас? Да. Назад. Ага, вот так. Так, влево. Блядь, да ёпта. Где ты, сука? Помнишь, что ты понимал, вот там, где ты сейчас перед башней камень стоишь, я думал, сейчас вот этим его камнем закодируешь, чтобы тот, который в самом конце вперед пошел. Знаешь, куда он ставит? Mm. Где между двух камней вот этот левый камень. О, да, а, давай налево. Я не могу, да, у меня камень влево, слева стоит камень, и впереди стоит камень.
Да ёбану рот. Право. Давай вперед. Вперед. Право. Право. Назад. Назад. А хуй знает, что я делаю. Право. Вперед. Бля, похуй, давай сначала едем. Давай. Мне нужно просто как-то вот с помощью камней задержать первого, чтобы тот прошел и каким-то образом... Вперед, вперед. Ну, короче, до камня того самого, который перед тобой. Вот что-то здесь нужно сделать, понимаешь, что... Хорошо, тогда мы шли влево, давай вправо. Давай. Еще раз вправо. Так, вперед. Так, впереди тебя камень. Да, 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 да. А, ну вот, слышишь, походу, налево. Или нет. Если... Вперед. Вперед. А, сейчас где? Налево можешь? Да. Давай. Красавчик, красавчик. Просто надо. А мне в какой заходить? А? Что типа? Так, я смотри, я сейчас стою около камня. У меня сейчас впереди камень стоит. Помнишь, в начале два камня, я сейчас стою около правого камня. Да, у меня около правого камня стою, вот, я сейчас вперед не могу ходить, только могу ходить влево, либо вправо. Ага, а следующий камень у тебя, если два раза налево и вперед? Да, 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 да. А, так, ну давай, давай сейчас. Че, побойся. Вот шашка меняется, какая-то картинка, блядь, вообще другая появилась. Давай сейчас направо. Направо давай. Вперед. Так. Еще раз. Угу. Еще раз. Еще раз. Ну это камни, короче, иди. Все, да-да-да, вот камень сейчас у меня. Налево. Вперед. Вперед. Все, налево. 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 Я повернул уже два раза налево. А, ну вот, все. А, надо вперед. Че, вернуться два раза налево? Не-не-не, да, все, типа надо делиться, чтобы они зашли одновременно. Че, возвращать туда? Обратно? Не-не-не, подожди. Сейчас. Вперед. А у тебя камень где сейчас? Справа? Сейчас нет нигде камня. Нигде? А где камень ближайший? Ну вот смотри, я сейчас могу сходить налево. И у меня внизу будет камень. Налево, может, сходить? Да, и у меня внизу будет камень. Сейчас я не очень понимаю. Сейчас, вот ты сейчас налево сходишь, у тебя камень? Да, у меня внизу будет камень. Либо могу сходить направо два раза, и у меня как раз будет камень справа. А, я понял. Так, я сейчас правда. Че трэш жесткий, блин. Блять, вот тут уже заходим. Допустим, вперед. Не, подожди. А, назад сделай. Вправо можешь? Да. Где сейчас, где камень? Внизу. Прям под тобой? Да, да, я вниз не могу ходить. За тебя. Ну я не знаю, как тебе, я просто не могу вниз ходить. Я могу влево, вправо и вперед ходить.
А вправо, если через три, через три клетки камень? Если вправо ходить, у меня клетка одна осталась, и дальше доска заканчивается. Нет, вправо, через сколько клетки вправо? А, вправо, раз, два, три. Ну да, через три. Ну, на четвертый был вариант. Ну да, на четвертый он стоит. Хорошо, давай вперед. Так. Так. Ага, ты сейчас вот здесь. Ага. А, давай влево. Так. И у тебя прям край доски, да? Да, я могу вниз, либо вправо обратно сходить. Назад. А назад ты, да. Не, сейчас попробую дать какой-то. Окей. А, стой. Назад. Назад вниз, либо обратно вернуться? Назад, типа назад. Типа вот так вот? Нет. Верни, верни. Назад, в смысле, типа не назад. Ну вот сюда. Вниз. У тебя сейчас перед тобой еще одна клетка, да? Да, 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 да. И вот сзади у тебя пустая клетка, и справа это пустая клетка, камень, да? Нет, мою. У меня вверху пустая клетка, внизу пустая клетка и вправо пустая клетка. Я сейчас справа схожу. Внизу, внизу справа. Да, внизу, справа. Да, да, я сейчас вниз схожу, мне справа не смогу ходить. Так, погодь, сейчас я уже. Так, если ты хочешь назад, вправо. Бля, вот это сложнее. Например. Так, у тебя сейчас пустая клетка справа, да? Да. Давай вправо. И сейчас вот здесь. Еще раз вправо. Здесь. Назад. Влево. Не могу. Камень. Как у тебя сейчас камень? Ну я... прям слева камень? Да, у меня слева камень сейчас. А как ты же, блядь, руки дают? Я могу сейчас вот только вот... Только туда мог сходить. Their defeat is near. Хорошо, давай я первый раз, да? Да, я сейчас около первого камня сниму. Так, давай влево. Ой, влево, вот туда. Сейчас, по идее, у тебя вот сейчас сделаешь шаг вперед, у тебя два камня. Да, да, между мной будет два камня, по бокам. Вперед, ну короче, до камня иди. Дошел. Блядь, тебе как-то одновременно, да? Но они сразу, когда я хожу, сразу эти меняются, или они вот постепенно там какой-то КД есть? Когда, например, один сталкивается, вот например, ты сейчас стоишь камнем, один вот сейчас на рио, один, вот где-то сейчас камень, раз, два, на второй стоит чел, да, а второй стоит на лево плечо, а второй на две справа и на вперед. Все, на одну клетку дальше. А, вот так даже. Да, то есть вот смотри, где у тебя камень, грубо говоря, вот перед тобой на той клетке, на... Раз, два, на второй он стоит справа. Угу. А надо, чтобы это не одновременно, а хотя не знаю. Ну получается, да, что мы не одновременно зашли, либо типа оба, не знаю. Ну, скорее всего, одновременно, типа. Чтобы одним шагом одновременно зашли, они как раз туда. Потому что если зайдет один, то он обратно, видишь, вернет. Давай. Вперед. И между тобой сейчас камни, да? Да, да, да.
вперед. Направо. Вперед. Ты сейчас как бы вот камень слева от тебя, да? Да, да, на одну клетку. На второй клетке он стоит от меня. А, ты прям в самый крайний доски? Ну смотри, слева от меня сейчас, вот здесь прям по моей доске, слева от меня камень стоит на второй клетке, а справа от меня башня стоит на второй клетке. Смотри, справа от меня сейчас на второй клетке, вот я раз, два считаю, на второй клетке стоит башня, справа от меня, от моей шашки. Справа? Да-да. А слева от меня на второй клетке стоит камень. Ну чё, почти сами прошли эту хуйню. Вперед. Вперед. Ходил. Право. Сходил. Вперед. Давай попробуем. Вот так вот надо. А? Кивы. Надо одновременно. Their defeat is near. Какая хуй разница? Ну мы когда ходили вправо, типа оно дольше, видишь, шло. Ну прикол в том, что вот когда вот ты сейчас ходил вперед, у того еще три клетки, блядь, было где-то. Как-то, вот, значит, тебе надо второго сбежать. Если мы тогда шли чуть вправо, да? Через лево. Через лево идем? Давай через лево. Так. Вперед, до конца. Бля, или как-то, типа... Не, второй слишком долго выйдет. Так, давай, знаешь, как направо. Давай. Направо. Ходил. И у тебя через одну камень, да? Да. Вперед через одну камень. Давай, сходи. Вперед? Налево. Вперед. Так. Налево. Вперед. Вперед. Так. Ты прям уже у края, да? Да. Ты, блядь, надо, вот, чтобы ты понимал, одному, вот смотри, где ты сейчас стоишь, через три клетки на четвертый стоит справа, ему надо сделать шаг влево, вперед, а другому, который стоит слева от тебя, нужно делать на, вот он прям на одной клетке, ну, считай, на следующей клетке, ему надо сделать просто два шага вперед. Где-то надо его тоже застрять, блядь. Это как-то первого застрять, чтобы он застрял, и надо. Хорошо, давай назад. Ты сейчас, по идее... Стоп. Я потерял, где ты. Ты сейчас, по идее, вот смотри. Назад, пустая, и через... Слева через одну камень, да? Так, если назад хожу... Через одну, да, камень будет у меня слева. А, значит, ты вот здесь стоишь. А, как? Бля, вот тут бы камень мне поставить был. Ой, как сложно, блядь. Да пиздец. Ну не, может это легко, но я не понимаю как. Нет, реально сложно, чел. Прям тут загадки прям такие хорошие, знаешь, прям добротные, скажу тебе так. Не, просто его надо, я знаю, что я понимаю, что надо его вначале как... Но я не знаю, как это задержать, но я понял, так и сделать так, чтобы они в конце одновременно, я не понимаю. Это значит, надо тебя как-то стопить, чтобы ты застрял в камне. Они прошли вперед, потому что я не понимаю как. Потому что вот, у тебя, вот было бы у тебя больше шагов вперед, я бы
что смотри, если ты сделаешь шаг вперед, то тот, который справа, он прям у стены. Ему надо будет сделать шаг влево. Да, и даже если спрыгнуть и сделать шаг вперед, то ты упадешь. Не, я просто не смогу вперед ходить. У меня конец будет, да. У меня конец доски. Да, короче, давай сам. Давай. Да, вот выматывает, согласен, вообще пиздец. Я просто, ну, ты просто ходишь вокруг одного и того же, ты понимаешь, как это? Да, я около правого камня сейчас стою. Да я знаю, вот это тоже еще бесит, если ты был посередине, то бы еще... Ну, оно само заспавнило, так, бля, вообще. Нет, я просто, мне получается, надо следить, как мир, и следить за своим. Ну да, получается. Давай направо. Вперед. У тебя еще три клетки перед камнем, да? Да. Вперед. Вперед. Налево. Вперед. Опять получается 0 дальше. Хорошо, давай заново сейчас пойдем еще раз. Давай. Может сейчас и не надо. Сейчас. They're defeat. Is near. Вперед. Вперед. Налево. Вперед. 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 Так, у тебя сейчас камень где? Слева от меня. Ну, если на две клеточки схожу вверх, то будет справа от меня башня, да. Справа на две клеточки. Ну, смотри, я сейчас стою, у меня шашка идет посередине, да, у меня справа сейчас стоит, ой, слева, слева, с левой стороны от шашки, я смотрю, у меня сразу же на следующей клетке стоит камень. На следующей ты где стоишь, в смысле? Слева или справа? Слева, вот у меня слева, от моей шашки слева. Сейчас камень. Да. Все, значит, через две. Все правильно. А если я скажу... Бля, как же ты это стопорилось? Я не понимаю. Конечно, ты понимал проход, вот, который справа, ему нужно две вперед. Ну смотри, я могу, я, у меня справа. Подожди, и тут еще камень есть. Просто дело не в камне, дело в том, что мне как-то... Потому что мне нужно... Смотри, этот, который слева, ему нужно две вперед просто пройти, он прям ворот. Этому нужно, блядь, две... этому нужно две вперед налево. Понял? То есть надо как-то сделать так, чтобы ты прошел. Ну хорошо, типа. Я не понимаю. Вперед. Окей, вперед. Ну вот, смотри, одному надо сделать просто шаг вперед, а надо влево и вперед. Ты сейчас стоп, где стоишь? Сейчас справа от меня башня стоит. Сразу на следующей клетке. Стой, давай налево. Блять, вперед нельзя. Сейчас, сяк. Да что? Что? Для чего? А. Так, что? Стоп, сейчас башня справа. Да, справа. Еще раз влево. Так, вперед.
Their defeat is near. Они упали? Да, и да, почему они упали?